На главной площади Анапы выставят пожарно-спасательную технику. 30 апреля с 9 утра до 13 часов на Театральной площади пройдет мероприятие, посвященное 373-й годовщине образования пожарной охраны России. В программе показ пожарно-спасательной техники и оборудования, тематические конкурсы, выставка лучших работ детского творчества на противопожарную тематику и традиционная солдатская каша. Приглашаются все желающие. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – Центр коррекции фигуры «Леди Грация» на улице Крымская, 177. В «Леди Грация» вам предложат профессиональные уходовые процедуры, лазерную эпиляцию, маникюр, солярий и не только. Плати сколько хочешь за первую процедуру в салоне коррекции фигуры «Леди Грация». Все виды аппаратных процедур и ручного массажа от профессионалов для похудения и преображения. Специалисты Центра коррекции фигуры «Леди Грация» разработали комплекс услуг, с помощью которых можно быстро избавиться от жировых отложений и смоделировать фигуру. Кроме этого, в «Леди Грация» вам предложат профессиональные уходовые процедуры, лазерную эпиляцию, маникюр, солярий и не только. Обращаясь в «Леди Грация», вы можете быть уверены, с вами будут работать специалисты высшего уровня, которые будут помогать вам в достижении желаемых целей.